Омские спасатели готовы накормить замерзающих водителей гречневой кашей. Полевую кухню развернули на трассе под Омском. Мобильный пункт для обогрева установили из-за морозной погоды. Здесь есть необходимая техника для эвакуации автомобилей, столовая и даже спальная зона. Комфортную температуру поддерживают с помощью тепловых пушек. Здесь же базируется дорожная техника, чтобы расчищать подъездные пути. В распоряжении спасателей есть и снегоход, и квадроцикл. Всего на территории области организовали 82 стационарных пункта обогрева. На каждом из них есть и медицинский пост. Оказываем помощь по вызволению автомобилей из снежных переметов, то есть небольших, так как техника легкая. Тут установлена лебедка. Ну и доставление лиц в ближайшие медицинские учреждения, либо на пункт временного обогрева.